Всем привет! Вы на канале SkyTop. Когда речь заходит о самых больших транспортных средствах, которые могут передвигаться по дорогам общего пользования, воображение невольно рисует гигантский автомобиль. Но для многих станет настоящим открытием, что за это звание могут побороться мотоциклы, которые являются настоящими гигантами. Панцербайк. Среди самых больших мотоциклов, передвигающихся своим ходом, есть гигантский тяжеловес, общая масса которого составляет 4740 кг. Энтузиасты из немецкой деревни Зилла создали один из самых больших в мире мотоциклов. Руководитель проекта Тило Нёйбель назвал его попыткой создать свою версию немецкого мотоцикла с коляской времен Второй мировой войны, но получился громадный байк в советском стиле. На мотоцикле стоит двигатель V12 от советского танка Т-55. Характеристики мотора впечатляют. Рабочий объем 3,8 литра, мощность 620 лошадиных сил. Размеры байка напоминают характеристики небольшого грузовика – 5,8 метра в длину и 2,8 метра в ширину. Панцербайк управляется удлиненным рулем, который лишь немного поворачивает переднее колесо, поэтому колесо на коляске также управляется с помощью отдельного штурвала. Мотоцикл-танк настолько огромный, что он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, как один из самых тяжелых мотоциклов в мире. Monster Motorbike from Hell. Этот байк просто поражает воображение. Эта махина была создана в 2008 году в Австралии бывшим каскадером Рэем Бауманом и маленькой компанией помощников. На все про все у них ушло около 3 лет. Байк имеет огромные колеса, которые установили от карьерного самосвала Caterpillar высотой 3 метра. Длина байка составляет 9 метров, а его вес перевалил за 13 тонн. С такими габаритами можно легко раздавить легковой автомобиль, чем, собственно, эта махина и занимается, выступая на различных показательных шоу. Dream Big. Этот байк появился на свет благодаря Грегу Данхэму. Калифорниец потратил 3 года, чтобы создать детище, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса. Длина аппарата составляет 6,2 метра, а высота 3,4 метра. Впечатляет, не правда ли? Несмотря на огромные размеры и вес в 3 тонны, мотоцикл способен ехать со скоростью 100 км в час. Двигатель V8 с объемом 8,2 литра способен выдавать до 500 лошадиных сил. Коробка передач имеет всего 3 скорости, одна из которых задняя, но этого вполне достаточно, чтобы Dream Big привести в движение. Водитель этого мотоцикла располагается в кабине, расположенной ниже руля, а гигантский руль выполняет чисто декоративную роль. Управление этим мотоциклом сделано по образу и подобию управления автомобилем. Big Two. Гигантский мотоцикл, высота которого составляет 2,3 метра, длина 5 метров, а вес 1645 кг. Но отличительной чертой этого мотоцикла является то, что управление им осуществляется совершенно традиционным для мотоциклов способом, и он может использоваться для передвижения по общественным дорогам. В движение мотоцикл приводится 12-цилиндровым двигателем, который развивает мощность в 300 лошадиных сил. Этой мощности становится достаточно для того, чтобы разогнать мотоцикл до максимальной скорости 100 км в час. А это самый большой чоппер в мире, который в 2012 году официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. На создание этого монстра ушло около 7 месяцев. В процессе была задействована команда из 8 профессионалов. В итоге получился байк, длина которого составляла 9 метров 75 сантиметров, а высота 5 метров 10 сантиметров от земли до верхней части руля. Гигант получил бензиновый мотор объемом 5,7 литра с максимальной мощностью 280 лошадиных сил. Двигатель Chevrolet работает в паре с трехступенчатой коробкой передач, которая была снята со старого Бьюика. Выглядит мотоцикл действительно убедительно. Колеса его выше роста среднего мужчины. А о том, чтобы держать руль, конечно же, не может быть и речи. Слишком уж гигантский у него размах. Да и по отношению к седлу он просто недосягаем. На этом все. Друзья, а вы бы хотели прокатиться на одном из этих байков? Если да, то ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. А я желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч!